В Казахстане создается единая цифровая платформа для меценатов, которые смогут через нее оказывать помощь пострадавшим от паводков. Сегодня об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, которая встретилась с жителями Костанайской области. На сегодняшний день в регионе обследовано более 1000 домов, 285 из которых не подлежат восстановлению. Для их владельцев предусмотрено два варианта – покупка или строительство нового жилья. Пострадавшие, кто не имел своего имущества, также не останутся в стороне, отметила министр труда и социальной защиты. На сегодняшний день в эвакуационных пунктах области находится почти 180 человек. Для их комфортного проживания созданы все условия – горячее питание, чистая постель – и предметы первой необходимости. Мы сейчас создаем цифровую платформу для благотворителей, когда все благотворители придут на эту цифровую платформу, и вот ваши жизненные ситуации, они будут описаны в кейсах, и благотворители могут оказывать помощь там, в приобретении бытовой техники, либо в денежном выражении и так далее. И это будет полностью оказано только из одной точки. Поэтому ваши кейсы мы будем рассматривать непосредственно, именно чтобы можно было проработать с благотворителями.